В рамках 90-летнего юбилея университета Шакарима состоялась презентация книги доктора филологических наук, ученого обоеведа Турсына Журтбая Толукадам. Она адресована обоеведам и специалистам в области обществознания. Книга «Толукадам» представляет собой результат многолетних исследований, посвященных творческой жизни, художественному миру, мышлению и психологии абая. Она адресована абаеведам и специалистам в области обществознания, а также широкой общественности. Ученый абаевед Турсын Журтбай отметил в своем произведении вклад абая, Шакарима и Мухтара Уэзова. Произведения абая были переведены на 44 языка. Он великая личность, его стихотворения вдохновляют. Если бы не было бы абая, то наш творческий мир не развивался бы. Поэтому моя книга посвящена его трудам. Глава государства особо подчеркнул, что понятие честного гражданина хорошо представлено в произведениях абая. В книге «Толукадам» это также продемонстрировано. В двухтомном произведении «Толукадам» Турсына Журтбай подробно описана жизнь и творчество великого абая. Эта книга очень хорошо подойдет для нашей молодежи, для студентов. Она очень интересная. Она поможет развить им свое творческое мышление. На мероприятии был отмечен значительный вклад Турсына Кудакелдыулы в обоеведении, изучении деятельности деятелей Алаша и его научный путь. Ученый представил множество ценных данных, ранее неизвестных в обоеведении. На мероприятии студенты высказали свое мнение и поделились своими мыслями о книге. Сегодняшнее мероприятие укрепляет духовную связь между студентами и такими личностями, как Турсын Журтбай. Выражаю огромную благодарность университету за проделанную работу. Турсын Журтбай является абаеведом, ауэзаведом и алашаведом. Он большая личность, посвятивший свою жизнь пропаганде творчества абая среди молодежи. Книга представляет собой методический анализ абайведения и содержит новые данные и свидетельства о творчестве абая. Аселя Айдар, Аслан Нерцбаев, Ертыс Кушерхан, телеканал «Семей».